Почему горит лицо? Приметы и суеверия. Народные приметы расскажут, к чему начинает гореть лицо. Общие приметы. Согласно приметам, жжение лица свидетельствует о том, что человека активно кто-то обсуждает. А вот понять, хорошо или плохо говорят о человеке, поможет простой ритуал. Для этого нужно провести золотым кольцом по щеке и наблюдать, останется ли кожа чистой или же нет. Если чистой, то говорят хорошее, а если остался красный след, то плохое. К тому же, если горит правая сторона лица, когда говорят хорошо, то в ближайшее время ему признаются в любви. А если слева, то это означает, что кто-то замыслил недоброжелательное. Для этого наши предки применяли разные заговоры от врагов. Также, если жжение происходит постоянно и в одно и то же время, то это указывает на тайного поклонника. Приметы по дням недели и времени. Понедельник указывает на обиду кого-то из родственников. Если жжение происходит с утра, то это к обиде второй половинки, а к вечеру – близкого друга или подруги. Ночное же указывает на недовольство собой. Утро вторника – комплименты или похвала на работе. Вечером – назойливый поклонник. Ночью – к хорошему расположению начальства. Утро среды – предвещает значимое знакомство или же встречу. В вечернее время суток – к знакомству с увлекательным человеком. А вот ночью – указывает на свидание с человеком, который симпатизирует вам. Утро четверга – благоприятные перемены в деловой среде. Вечером – указывает на встречу с друзьями, а ночью – благополучное решение сложной проблемы. Утро пятницы – ревность и сомнения. Вечером – сулит неприятный разговор со возлюбленным. Ночью – к сомнениям и сложности сделать первый шаг к мечте. Утро субботы – неблагоприятные разговоры за спиной. Вечером – предательство коллег по работе. Ночью – недовольные соседи, которые замышляют недоброе. Утро воскресенья – к похвале. Вечером – встреча с милыми людьми. Ночью – к достойному вознаграждению.